секрет, с вами Apple Team. В этом видео я вам расскажу об первой стадии HomeKit, то есть об его начале. Технология потихонечку начинает набирать обороты, и, собственно, вот мы видим ее первые зачатки, так сказать. Сейчас я о ней расскажу. Поехали. Технология, представленная Apple летом на Worldwide Developer Conference 2014, HomeKit называется. Собственно, вы можете контролировать из своего приложения со смартфона, в частности iPhone, все, что вы захотите, вот от лампочек ваших домашних до дверей гаража, собственно, через приложение. Это никакая не реклама, я просто шел по американскому магазину, наткнулся и решил записать видео для своего канала. Вот есть розетки, лампочки, собственно, этот гараж и все. Я не знаю, что это такое. Датчик движения. Вот тоже видите, Global App Store. Технология Apple начинает работать со временем, через полгода после анонса, собственно, этой функции. Начали появляться приложения от компании Wink, которая это, наверное, первый представила, по крайней мере, по моим ощущениям. Вы можете тут быстро зарегистрироваться и, собственно, выбрать продукт, и вам его даже на дом могут привезти, наверное. Связаться с представителями этой компании, и все что угодно вы можете сделать, вот от лампочек до розеток, пожалуйста. На самом деле интересная задумка, и у нее есть очень интересное будущее. Есть различные термостаты, датчики движения, как я понимаю, звукорекордеры и что-то связанное с температурой, как я уже сказал, в вашей квартире. Все это можно регулировать с вашего телефона. Она, в принципе, радует, но хотелось бы, наверное, все-таки подешевле, потому что лампочка за $19, если я не ошибаюсь, то это не очень-то и, в принципе, хорошо. 60 ватт и 65 ватт. В принципе, вот. На этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки за вот этот вот маленький эксклюзив. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Ну и ждите новых видео. Пока.